Здравствуйте, меня зовут Людмила Кучеренко, я из города Вольногорск. Хочу всех познакомить вас со своим творчеством. Я занимаюсь декоративной росписью, используя для этого цветные фоны. Я считаю, что на цветных фонах лучше передается любая цветовая гамма и тематика работы. Эта картина называется «Легкость». Она ассоциируется у меня с пером, потому что перо умеет порхать как балерина. Надеюсь, вы поддержите мое творчество и поставите лайк. Спасибо за внимание.